Всем привет! Сейчас специально для канала Банковский мы поговорим с вами о том, как зарабатывать на карте Тинькофф. Зарабатывать на карте Тинькофф можно просто, и для этого ничего не нужно делать, нужно просто, как обычно, пользоваться вашей дебетовой или кредитной картой, пополнять ее и совершать покупки. Если у вас дебетовая карта Тинькофф, в этом случае один раз в месяц в конце вашего расчетного периода Тинькофф начисляет определенную сумму, это процент на остаток по счету. Как правило, этот процент составляет 3,5, но он может и увеличиваться до 5 либо 7%. И система Тинькофф ежедневно контролирует, скажем так, сколько у вас денег есть на карте, и в зависимости от этого, от той суммы, которая находится у вас на карте, и высчитывается этот процент на остаток. Плюс ко всему прочему, у Тинькофф есть очень удобная система, по которой начисляется кэшбэк. И кэшбэк начисляется от 100 рублей 1 рубль, то есть 1% от всех покупок. Плюс один раз в месяц можно выбрать три категории повышенного кэшбэка. Повышенный кэшбэк будет составлять 5%. Плюс есть различные партнеры Тинькофф банка, и у этих партнеров можно заработать до 30%. Плюс ко всему прочему, Тинькофф предоставляет и свои услуги, например, бронирование авиабилетов, бронирование страховки, покупка страховки, плюс покупка билетов в кинотеатры, в театры, на различные концерты. И здесь также есть кэшбэк. И здесь кэшбэк составляет от 5 до 15%. То есть, совершая покупки, пополняя, как обычно, вашу карту и храня деньги на карте, как, например, в обычной копилке, вы можете таким образом зарабатывать деньги. Причем эти деньги, как кэшбэк, так и процент на остаток, приходят на вашу карту обычными деньгами, которыми вы можете распоряжаться как вам угодно, либо их потратить, либо их снять. То есть деньги зачисляются на обычный счет, никакими баллами, а обычными деньгами, что очень удобно. То есть храните на карте деньги, обычно расплачивайтесь в любых магазинах вашей картой, и таким образом вы будете зарабатывать. Ну а ссылки на самые лучшие кредитные и дебетовые карты находятся в описании к этому видео. Это видео снято для канала Банковский. Если оно оказалось вам полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания.